который рос среди таких же колосков поля. Но однажды прибежали мышки-полевки. Они отгрызли стебель колоска и понесли его в свою норку. Колосок был тяжелый, ведь все зернышки полностью созрели. Мышка осторожно несла колосок, но одно зернышко выпало из своего домика прямо на землю. Вскоре на поле приехали комбайны и тракторы. Они убрали весь хлеб и вспахали все поле. Зернышко лежало под комом земли и думало, что будет с ним дальше. Но тут пошел дождь. Ах, как страшно и тоскливо лежать мне одному в этой ямке, казалось зернышко. Солнышко пожалело маленькое зернышко и послало к нему своих деток, солнечных лучиков. Внутри зернышка проснулся росточек. Росточку стало тесно в зернышке, и он подтянулся к солнышку и вышел наружу. Зернышку уже не было так одиноко и тоскливо. Ведь росточек и зернышко были одним целым.